дорогие, сегодня у нас розыгрыш, но розыгрыш этот будет интересен тем, кто делает украшения. А завтра тогда мы разыграем украшения. Я же вам обещала, что сделаю несколько сразу разыграю. Вот. Ну вот, почему я это разыгрываю? Во-первых, вот это мне прислали, я им не делаю я таких. Тут, они тут разных размеров. Видно вам, нет? Кабошончики такие. Я показывала по ссылке девочки. Тоже кабошоны. Всякие вот такие, сякие. Вот это одна. Вот, так что... Ой, не вижу. Сама не вижу, что снимаю. Вот такие. Так, вот эти шапочки... быть кому-нибудь нужны. А чего они так вот лежать будут? Швензы. Простенькие совсем. Совсем простенькие. Так, еще швензы. Тоже простенькие, они такие маленькие, но вообще на них проба стоит. Не знаю, уже не помню. Давно я их заказывала, не знаю. Вот. Так, для колец основы. А то что тут разные. Такие, сякие вот. Всякие. Что еще? Застежки. Тоже разные магнитные. И просто вот такие. Так, ну и подвески, в смысле, вот ну, для сережек, для, там, не знаю, ой. Такие медные. Ой, это разные, вот они. Такие. Так, вот такие с Буддой. Как-то вот. Вот такие штучки. Сейчас. Вот такие вот шапочки. Тоже они у меня никуда не идут вообще. Для шарфов они не подходят. А так я такие крупные... Ой, крупные не делаю. Может быть, кому-то надо. Так, теперь... Такие вот у меня их очень много. Когда заказываешь на Алиэкспрессе, там же... Ну, очень по много штук. Так, колечки. Они большие.
Двойные большие. Тоже у меня их много, столько мне не надо. А чё жадничать-то? Так. Вот эти тоже на Алиэкспрессе заказывала что-то, и продавец прислал как подарок. Ну, я, честно говоря, не люблю вообще фурнитуру эту под золото. Да и не делаю я вот эти на лентах. Так что вот такие штучки. Так, теперь вот такие вот швензы длинные под бронзу. Там и под серебро, по-моему, есть. Вот. И еще у меня давно-давно лежат вот такие штучки. Ну, у меня их всего по две штуки. И, ну, никак они никуда не идут у меня. Как я только не это. Ну, не идут. Вот эти тоже вот с дырочками. Вот. А кому-то, может быть, прям вот нужны. Так, ну ладно, если потом буду разбирать еще, найду еще, потом еще раз разыграю. Вот, я пойду красить еще одно кашпо из цемента сделала. Вот, ну, так, что еще? Вот есть две огромадных шапки. Ну, тоже они мне для шарфов, они мелкие. Ну, так больше они у меня никуда не идут. Так, вот. 6 штук мешочков таких. И пакет с деревянными бусами. Бусинами. Что-то у меня много дерева разного. Никак никуда не пристраивается. Вот такие феечки. Листочки. Вот это вот. Где они тут? Леопардики. Рука вот эта вот, я забыла, как она называется. Так, потом еще вот такие вот. Угу. Бабочки. Господи, где? Такие вот штучки. И вот такие под бронзу. Ну вот, вот это все я разыграю в следующую субботу. Все это богатство разыграем. Так что участвуйте, кому нужно. Я вам с удовольствием отправлю. Ну и все на сегодня. Пока-пока, мои дорогие. Участвуйте, пишите комментарии, ставьте лайки. И в следующую субботу будет у нас победитель, обладатель, скажем так, всего этого. Пока-пока, мои хорошие.